Рейтинг самых верных жен согласно гороскопу. Верность – одна из самых важных черт в отношениях. Но как узнать, насколько верна твоя партнерша? Может быть, ответ кроется в звездах? Гороскоп может подсказать, какие знаки зодиака обладают высокой степенью верности и преданности своим избранникам. В этом выпуске мы расскажем о рейтинге самых верных жен согласно гороскопу. Дева. Женщины, родившиеся под знаком Девы, считаются самыми верными из всех знаков зодиака. Они очень требовательны к себе и к окружающим, поэтому не допускают мысли о измене. Для них важны порядок и стабильность в отношениях. Они готовы трудиться ради счастья своего партнера и поддерживать его во всем. Девы не любят рисковать и экспериментировать, поэтому предпочитают долгие и серьезные отношения. Рак. Женщины-раки – очень чувствительные и эмоциональные существа. Они ценят семью и домашний уют, поэтому не стремятся к приключениям на стороне. Для них важно чувствовать любовь и заботу от своего партнера. Они очень преданные и лояльные, но также могут быть ревнивыми и обидчивыми. Если они почувствуют угрозу для своих отношений, они будут защищать их всеми силами. Телец. Женщины-тельцы – практичные и надежные партнерши. Они не любят перемен и нестабильности, поэтому не склонны к изменам. Для них важны материальное благополучие и комфорт в отношениях. Они готовы работать ради достижения общих целей с своим партнером и дарить ему свою нежность и ласку. Дельцы не любят конфликтов и скандалов, поэтому стараются избегать ситуаций, которые могут нарушить гармонию в отношениях. Козерог. Женщины-козероги – ответственные и целеустремленные партнерши. Они строят свои отношения на основе уважения и доверия. Они не любят легкомысленных и ненадежных людей, поэтому не будут тратить свое время на них. Для них важно иметь рядом человека, который разделяет их жизненные ценности и планы. Козероги не склонны к изменам, так как они очень серьезно относятся к своим обязательствам и обещаниям. Весы. Женщины-весы – обаятельные и дипломатичные партнерши. Они любят гармонию и справедливость в отношениях. Они не любят одиночество и постоянно нуждаются в общении и внимании. Они могут быть флиртующими и общительными. Но это не значит, что они изменяют своему партнеру. Для них важно иметь рядом человека, который умеет слушать и понимать их. Весы не склонны к изменам, если они чувствуют себя любимыми и ценными. Скорпион. Женщины-скорпионы – страстные и интенсивные партнерши. Они очень сильные, эмоционально и сексуально. Они могут быть очень ревнивыми и подозрительными, поэтому не терпят лжи и предательства. Для них важна полная отдача и доверие в отношениях. Они готовы жертвовать всем ради своего партнера, но также ожидают того же от него. Скорпионы не склонны к изменам, если они уверены в чувствах своего партнера. Рыбы. Женщины-рыбы – мечтательные и романтичные партнерши. Они очень добрые и сочувствующие к другим людям. Они могут быть наивными и легковерными, поэтому могут стать жертвами обмана или манипуляции. Для них важна духовная связь с партнером. Они готовы поддерживать его в трудных ситуациях и делиться его радостями. Рыбы не склонны к изменам, если они чувствуют себя нужными и защищенными. Близнецы. Женщины-близнецы – жизнерадостные и любознательные партнерши. Они очень разносторонние и адаптивные к различным ситуациям. Они любят развлечения и новые знакомства, поэтому могут быть переменчивыми в своих чувствах. Для них важна интеллектуальная стимуляция от партнера. Они готовы обсуждать разные темы и узнавать новое друг от друга. Близнецы не склонны к изменам, если они находят интересного и увлекательного партнера. Лев. Женщины-львы – гордые и великолепные партнерши. Они очень уверены в себе и своих способностях. Они любят быть в центре внимания и получать комплименты от своего партнера. Они могут быть эгоистичными и деспотичными, поэтому не терпят никакой конкуренции или соперничества. Для них важно иметь рядом человека, который уважает их и подчиняется им. Львы не склонны к изменам, если они чувствуют себя королевами и единственными. Овен. Женщины-овны – энергичные и импульсивные партнерши. Они очень активные и любят приключения и риск. Они могут быть агрессивными и упрямыми, поэтому не любят скучных и ограничивающих их отношений. Для них важно иметь рядом человека, который может держать с ними шаг и бросать им вызов. Овны не склонны к изменам, если они находят страстного и смелого партнера. Стрелец. Женщины-стрельцы – оптимистичные и свободолюбивые партнерши. Они очень любознательны и жаждут знаний и опыта. Они любят путешествовать и открывать новые горизонты. Они могут быть непостоянными и независимыми, поэтому не любят сковывающих и обременительных отношений. Для них важно иметь рядом человека, который разделяет их интересы и ценности. Стрельцы не склонны к изменам, если они находят верного и веселого партнера. Водолей. Женщины-водолеи – оригинальные и эксцентричные партнерши.
Они очень творческие и инновационные. Они любят необычные идеи и эксперименты. Они могут быть непредсказуемыми и дистанцированными, поэтому не любят обыденных и консервативных отношений. Для них важно иметь рядом человека, который удивляет их и поддерживает их амбиции. Водолеи не склонны к изменам, если они находят умного и интересного партнера. Вот такой получился рейтинг самых верных жен согласно гороскопу. Конечно, это не значит, что все женщины одного знака зодиака одинаково и ведут себя одинаково в отношениях. Верность зависит не только от звезд, но и от личности, воспитания, обстоятельств и выбора каждого человека. Поэтому не стоит судить о партнерше только по ее гороскопу, а лучше узнать ее поближе и доверять своему сердцу. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.